товарищи, русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Нации Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. We'll be right back.